Давно заброшенный и заросший сад когда-то окружал и защищал замок, расположенный внутри. И теперь наши герои преследуют принца по его забытым тропам. И всем привет. Продолжаем нашу игру. Мучительную головоломку. Так, а здесь мы уже, по-моему, были. Ну, что-то подзабыли. Ну, а перед началом ролика обязательно подпишитесь, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Так, ну а мы будем по новой вспоминать, как же тут что делать. Так, это вообще беда, просто беда. Эту поднимаю. Да что ты будешь делать? Так, ну что ж, будем дальше мучиться, пытаться проходить. Ну, кто играл, тот, наверное, знает, как оно тут проходится, вся эта игра. Разработчики прям постарались сделать все очень-очень замудренно. Так, и вот теперь надо мне как-то туда вот пройти. Как? Это все перекрыто. Эту поднимаю, та опускается. Давай, давай. Ну что ты? Ну-ка, так. Ага. А я теперь сам отсюда не могу выбраться. Так, так, так. Ставь. Так, теперь надо вон ту штуку опустить. Так, давай. Опускаем. Все, слава богу. Вон он, принц Селий. Почему ваши волки и пауки атакуют нас? Вы хотите нас убить? Нет, не хочу. Они возникают сами по себе. Я не управляю ими. Черт, он ускользнул. Мудила. Мудак этот принц на натуре. Вот теперь бегай за ним. Ого. Офигеть. Так. Замерз. О, нифига себе. Да ё-моё. Быстро отыграли. Вообще махом. Ну что ж. Попытка номер два. Ой, все, Понтик, пример. Так, ну-ка, давай. Все, ништяк. Все офигенно. Идем дальше. Итак, у нас тут новый ребус. Надо как-то перебраться на ту сторону. И пока
Непонятно, как это сделать. Что ж, надо что-то придумывать, как-то перебраться туда. Везде все что-то новое. Так, давай, колдун, создавай ящик. Так. Давай, ты его. Короче, фигня какая-то. Много попыток всяких разных. Но придется только, наверное, так вот проходить. Так. Тут у нас всё. Ай. Если мы сражаемся с кошмарами Селия, то хорошо, что он боится лишь волков и пауков. Согласен. Представьте, если бы он боялся драконов, тогда мы вряд ли бы выбрались из этого сада. Или еще хуже. Формы без пирога, заплесневелая картошка. Давайте не будем об этом. Если принц и правда призывает свои кошмары, то не стоит подавать ему идей. Может, нам повезет, и других чудовищ не появится. До забавного наивный Амадей, конечно же, сильно ошибался. Ху-ху-ху. Так, что-то не то делаю, совсем не то. Совсем не то пальто. Это сегодня вообще не играется никак. Что-то не хочет играться. О, куда ты? Ага. Так, надо эту забрать. Капец. Попробуй догадайся. Ладно, это пропустим. Так, ну чё, давай, запрыгивай. Ни хера себе. Что за оказия это такая? Капец. Давай, стреляй в них своим метким луком. Капец. Давай, мочи. Так, вон еще одна осталась. Давай, получай, получай. Ура, победа. Так. И всё. Всё, вот за это, наверное, фигню надо вот так обмотнуть. Не, она прикрепляться-то она не хочет. Может быть, ее стоит как-то обмотнуть? Да сколько можно-то? Вот и все.
так куда проще. Так, ну это ладно, мы ее заморозили. Теперь надо... что-то не то. Что-то не то. Так. Блин, как она... О! Ворота замка! Наконец-то мы вышли из сада. Так вот, куда направлялся наш принц. Мы найдем его среди руин. Да. Наконец-то, выбравшись из тернистого сада, наши герои обнаружили то, что ранее было величественным замком. Но теперь над его былым величием нависали темные тучи, и кошмары принца поджидали за каждым углом. Так, давай, Понти, разбивай. Красава. О, кто-то оставил записку. Вы видели нашу кошку Вафлю? Она сбежала, испугавшись огня. Если найдете ее, пожалуйста, позаботьтесь о ней. Ну, а если найдете нашего сына-пироманьяка, пожалуйста, верните его в Астральную Академию. Пироманьяка. Так, давай ящик сюда, вставай. Взгляните на портрет. Там юный Селий. Так это был его дом. Кто-то порезал изображение его братьев. Опять война. Давай, стреляй с лука. Блять, она пока прицелится. Это вообще жесть. Давай, мочи их. Офигеть. Так, ну а колдун-то он вообще, по-моему, бестолковый, кроме ящиков. То что он может сделать? Побегаем, да? Давай, иди. Вот так вот, Понтий-то быстро разобрался. Странная кристальная стена. Как любопытно. Вряд ли это совпадение, что у кошмаров такой же цвет. Так, а тут нам... Что нам говорится-то? Сделать рывок. О, нифига. Это вот такое, да, получается? Фу-фу. Так, ну-ка, погоди. Давай, отсюда попробуем. Так. О, нифига, он какой вообще быстрый-то. Вон оно что. Теперь интересно, да. Прикольно. Фига он как может быстро прям. Ну-ка. Погоди, что-то не получается. Что за фигня? О! Вот так надо было изначально. Ну-ка, давай еще рывок.
Крутяк. Фига себе. Водопроводные трубы совсем сломаны. Что делает наше путешествие чуточку сложнее. Значит, придется немного промочить ноги. Всего-то. Да, всего-то. Только надо бы еще знать, что тут делать. Так. Плюх. Так, попробуем все ледяные стрелы. Фу. Почему только один? Вот можно делать и все. Какая-то фигня. Ну и что, использовал я эту. А толку-то с ней, блядь. С нее все равно не запрыгну я туда наверх. Бам-бам-бам. Дал. Одну делаешь, другая исчезает. Обидно. Вот разработчики шакалы постарались. Давай, ставь уже ящик, да. Ого. Всё, надо понтия, да? Не понял. Эй, а чем стену-то мне тут долбить-то эту? А, вон. Вижу. Нихуя, я чуть не прибила этим камнем. Так. Где там понтий-то? Ого. Крутяк, можно идти дальше. Итак. Что же у нас тут? Ага, открылась. Открылась дверка. О, заморозим. Так. Тут у нас что за ребусы? Ну, наверное, это ребус. Сейчас мы тут маленечко еще поиграем. Чуть-чуть разгадаем этот ребус. Попробуем. И на этом будем, наверное, заканчивать. Так как видос получился очень длинный. Поэтому... Что-то я так думаю. Да что ты будешь делать-то, ё-моё. Поэтому думаю, наверное, будем закругляться. Будем здесь закругляться. Так, где-то кошак мявкает. Где-то мявкает кошак. Да. О, нифига, понтий как может. Прикольно. Вот сейчас мы вот так, наверное, сделаем. Туда переберемся. Ого. Так.
А тут у нас что, еще один ребус такой. Ну ладно, вот, наверное, на вот этом и мы и закончим. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.